Накануне 8 марта находчивые предприниматели придумали интересную услугу – цветы на прокат. Девушкам доставляют большие букеты на 10 минут, чтобы те успели с ними сфотографироваться. А для тех, кому мало такой роскоши, за дополнительную плату могут сдать в аренду фирменные пакеты известных брендов – брелки от дорогих авто и даже молодого человека. А как собираются отмечать Международный женский день, в нашем городе узнавал наш корреспондент. А вот как в идеале должна женщина встретить этот праздник? В идеале? Ну, наверное, завтрак в постель, ничего не делать, с цветами, чтобы ее мужчины все делали за нее, она отдыхала в этот праздник. А вообще сам праздник, он для вас что означает? Ну, когда-то раньше он значил очень много, но теперь просто весенний теплый день, все, радостный. Расскажите, вот из всех подарков, которые вам дарили, какой вот был самым оригинальным? Цветы, тюльпаны, да. Ну, праздник как праздник. Ну, просто ну, девушкам приятно тоже их день, как бы они должны отмечать этот праздник. А вот какой подарок считается ну, самым лучшим для женщины, вот на ваш взгляд? Ну, наверное, внимание мужчины. Ну, наверное, лучше себя подарить, или как все-таки. Поэтому поинтереснее будет даже, и, наверное, это для нее. Есть идеи какие-нибудь, как порадовать женщину? Дом убрал, чтобы чисто было. Допустим. А вообще, вот какие подарки вы уже дарили на 8 марта? Розы дарил. Ну, конфеты, ну, стандартные, короче. А вообще, вот 8 марта как праздник, он вот что для вас означает? Ну, возможно, женщинам отдохнуть хоть день, а то они и так пашут бедно. А как вы думаете, вот подарки, сделанные своими руками, они лучше, чем просто купленные в магазине? Ну, это если дети дарят, то самое приятное, наверное, когда дети дарят, пусть своими руками. А мужчина все-таки лучше должен покупать, да, получается? Ну, мужчина, да, что он своими руками сделает? Ну, может, он себе гарнитур сделает там, мебельный. Тогда, конечно, приятно будет. Вот можешь еще вот на камеру поздравить всех женщин вот, от лица всех мужчин? Наверное. Поздравляю вас, женщина, вас всех с праздником. Счастья вам, добра, любви, всего самого наилучшего.